Здравствуйте. Вы смотрите «Диалог» о работе общественного объединения «Инвалиды-спинальники». Мы будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к беседе. Золотарев Геннадий Григорьевич, председатель Гомельского областного общественного объединения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательной системы «Инвалиды-спинальники». Родился в 1954 году в Калинковичском районе. Окончил Гомельский машиностроительный техникум и Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. Проходил срочную службу в военно-морском флоте. Трудовую деятельность начал в 1981 году инженером вычислительного центра статистического управления Гомельской области. С 1984 по 1994 годы работал в общем отделе и управлении делами Гомельского облсполкома. С мая 1994 по март 1997 не работал в связи с первой группой инвалидности. С 1997 года и по настоящее время председатель общественного объединения «Инвалиды-спинальники», заместитель директора унитарного предприятия «Прометей-Инва». Является членом областного межведомственного совета по делам инвалидов. На вопросы, которые касаются деятельности организации, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что нашли время к нам сегодня приехать. Каждый из нас, наверное, в жизни сталкивается иногда с такими проблемами, которые трудно решить самостоятельно. А люди с инвалидностью с такими ситуациями сталкиваются каждый день. Можно сказать, на каждом шагу. И так важно не остаться в этом один на один. Быть на связи с теми, кто тебя понимает, кто может помочь. Мне кажется, что вам удалось создать действительно такую организацию, где люди на связи, где люди готовы друг друга выслушать, прийти на помощь, поддержать морально и вместе решать очень сложные проблемы. Ну, Гомельское областное общественное объединение «Инвалиды-спинальники» в свое время было первой общественной организацией, объединивший парализованных людей с травмами и заболеваниями позвоночника в возрасте от 18 лет и старше, и их родственников. Все эти годы общественное объединение решает такую триединую задачу по созданию условий безбарьерной среды для физически ослабленных лиц, проблемами реабилитации, это медицинская, социальная, психологическая, физическая, трудовая, и адаптация в жизнь общества такой категории граждан наших, и защита прав и законных интересов людей с инвалидностью, и формирование в жизнь общества инклюзивных отношений. И каждое из этих направлений – это уже сама по себе довольно сложная, довольно такая многоплановая, многовекторная задача. Да, это большая, кропотливая работа, которой мы занимаемся практически уже 23 года, не меняя этих направлений. Просто, может быть, с одной стороны, улучшая качество нашей работы где-то. Подробнее об этом, обо всем сегодня поговорим. Геннадий Григорьевич, у нас есть первый телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю в городе Гомеле. Я замечаю последние несколько, минимум 4-5 месяцев, под видом инвалидов, как около центрального рынка, это я часто вижу, так и у нас в микрорайоне Любинском, люди стали выставляться инвалидами, представляются инвалидами, чтобы собирать денег. Я вот уведомляю вас, и пресеките, пожалуйста, вот такую деятельность лиц, чтобы этого больше у нас в городе не было. Всего хорошего, держитесь, всего хорошего, благополучия, мира и спокойствия. До свидания. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, эту задачу, наверное, правоохранительным органам. Ну, наверное, оставим, да. Потому что это мошенничество. Мы говорили с вами о задачах, которые решают общественное объединение «Инвалиды-спинальники». Сегодня в инвалидных колясках в области около 3000 человек. Для того, чтобы
знать каждого, знать в лицо, знать жизненную ситуацию, ну, нужно много времени, да, вообще реально ли это знать о каждом? Стоит ли у вас такая задача, чтобы охватить всех людей с инвалидностью? Да, в Гомельской области сейчас около 3500 даже людей в инвалидных колясках. Но это как результат. Но это люди с разными диагнозами. Наша организация объединяет людей, получивших травмы или заболевания позвоночников и парализованные. Есть и другие категории людей. Это вот дети с церебральным параличом, которые инвалидность имеют с детства. Другие заболевания, связанные с этим. Инсульт, инфаркт, рассеянный склероз и другие заболевания. Поэтому таких людей достаточно много, и это не все члены нашей организации, но это та целевая группа, проблемами которых мы тоже в том числе и занимаемся. Как мы привлекаем людей в нашу организацию? У нас уже за эти годы наладилась достаточно четкая система. Первый контакт происходит в Гомельской областной клинической больнице, в отделении нейрохирургии номер 2, где обычно таким людям проводят операцию на позвоночнике. Там наши инструктора-колясочники встречаются в первую очередь с их родственниками и разговаривают о тех проблемах, с которыми они столкнутся в ближайшее время. Дают свои координаты. Это и, волонтеры, да? Это волонтеры, и да, и не совсем волонтеры, это члены нашей организации, да, люди в инвалидных колясках. Да. Второй контакт происходит в областной МРЭК, на травматологической МРЭК, когда эти люди уже получают группу инвалидности. Там тоже есть наша информация о нашей организации, когда человек может обратиться к нам и получить какую-то необходимую информацию. Геннадий Григорьевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Мы продолжим. Давайте выслушаем человека, чтобы он долго не ждал. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы уже в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев. Я хотел бы поблагодарить Геннадия Григорьевича и общественное отделение «Инвалиды-спинальники», потому что они в свое время мне очень помогли, в первую очередь, пройти трудовую адаптацию в госпитале. И вот на данный момент помогли мне устроиться на работу в социальный центр помощи населению. И я вот из-за этого очень-очень благодарен. Спасибо. А мы благодарны вам за ваш звонок, за то, что вы решились нам позвонить и рассказать об этом. Спасибо, Александр. Берегите себя, будьте здоровы. Да, я Александра знаю тоже. Спасибо ему за звонок. Я должен сказать, что это молодой человек, который живет самостоятельно. Кроме того, что вот он нашел себя и свое рабочее место, как говорится, место под солнцем, он еще активно занимается спортом. Он сейчас уже занял в этом году первое место в чемпионате республики по толканию ядра. Так что у него большие перспективы. Мы очень надеемся тоже на его результаты в будущем. Невероятное мужество нужно иметь просто для того, чтобы каждый день выходить из дома, чтобы преодолевать все, которые для здорового человека препятствия совершенно, наверное, незаметные, а для человека в коляске очень серьезные. Мы говорили с вами о том, как люди приходят в организацию сразу после полученной травмы и оперативного лечения, потом на комиссии, где устанавливают инвалидность. Как дальше строится работа? Значит, далее человек получает возможность, предоставляется на сегодняшний день возможность ему пройти раннюю и позднюю медицинскую реабилитацию на базе нашего Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Сегодня там есть отделение такое, где такие услуги оказываются. И там также оказываются, кроме медицинской реабилитации, услуги и по социальной реабилитации. Вот
те услуги, которые в том числе оказывают и наши инструктора-колясочники. Ну, то, что говорил Александр, да? Да, человек, да, то же самое в том числе, да. Такая работа проводится у нас и с ТЦСОНами, территориальными центрами социального обслуживания населения в районах. У нас плотное отношение со всеми такими службами, как в городе, так и в области. Наша информация там размещается также на нашем сайте нашей организации, где люди могут познакомиться с теми задачами, которые решает организация, и вполне могут обратиться на вступление в члены нашей организации. Организация занимается решением не только проблем конкретных людей и членов организации, но в том числе и проблемами всей целевой группы. Потому что проблемы, допустим, безбарьерной среды, они важны для всех. Проблемы различной реабилитации, они тоже значимы для всех людей. То есть здесь большой спектр деятельности, и тут очень важно найти понимание и поддержку среди структур органов власти разных направлений. Поэтому тут вот эта работа у нас тоже велась и ведется давно и, я думаю, плодотворно. Да, об этом мы еще поговорим. Геннадий Григорьевич, вот за эти более чем 20 лет, да, что вы работаете, вы можете сказать примерно, как изменилась ситуация? Какой процент людей не отказывается от учебы, от своих увлечений, от спорта, даже тогда, когда жизнь их усадила в коляску? А какой процент людей просто замыкается в четырех стенах, остается у себя в квартире? Стало ли вот этой первой активной категории людей больше за эти годы? Ну, Ольга, это, наверное, достаточно сложный и где-то даже философский такой вопрос. Да и периоды наверняка разные бывают, да? Да. У людей дело всех. В том, что период восстановления человека и возвращения его в социум именно после такой травмы позвоночника, как члены нашей организации в основном получают, это очень долгий и такой напряженный период жизни каждого человека. Не только его, а и его семьи, людей, которые его близких окружают. Поэтому каждый из нас в свое время прошел определенные этапы. Первый – это вот медицинская реабилитация. Потом второй этап – это психологическая реабилитация. Очень сложный период вот именно себя найти в новых жизненных условиях, как-то смириться с тем, что случилось, и не опуститься, а найти себя в новых условиях. Физическая реабилитация – это уже всемирно признано, что физическая реабилитация – это самый короткий путь реабилитации, адаптации в жизнь общества. Это через физическую культуру и спорт. Uh-huh. И вот это было основным и главным на первом этапе направлении нашей работы, вот через это все. И далее там уже трудовая реабилитация и вот полное возвращение в социум, работа. Найти себя на рынке труда и, может быть, в новую какую-то профессию, которую пришлось освоить, или в домашних условиях найти себе какую-то работу. То есть человек должен стать независимым. Конечно. От посторонней помощи. Конечно. Вот это очень главное. Взрослый и очень человек важно действительно должен быть этого независимым от посторонней помощи. Речь ведь не идет о ребенке, да, или о глубоком старике, а взрослый самостоятельный человек, он не нуждается ни в чьей помощи и ни в чьей жалости. Но у него должны быть инструменты для того, чтобы просто реализовать свои права. Просто выходить из дома, просто работать, просто заниматься спортом, музыкой, творчеством. Ну, даже можно сказать, не может быть у таких людей одинаковых результатов, да, или критерий. Для кого-то большая победа после травмы научиться самостоятельно одеваться, да, пересаживаться с кресла в коляску или другие моменты. А другому уже выход на
в социум, и это тоже победа. Согласна. Поэтому тут результаты могут быть разные. Геннадий Григорьевич, а у нас есть телефонный звонок на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я являюсь членом организации «Инвалиды-спинальники». И хотела сказать в дополнение вот к словам Геннадия Григорьевича. Вот наши организации проходят в районе, в Советском районе, в ТЦЦОНе. Есть группа колясочников, которые занимаются паралимпийским видом спорта бочно. В этом ТЦЦОНе у нас проходят непосредственно тренировки по этому виду спорта. И мы принимаем активное участие в соревнованиях в Республике Беларусь. И, так скажем, достаточно успешно у нас проходят эти соревнования. Например, в этом году мы заняли первое место в Республике Беларусь в этом виде спорта. Поэтому я считаю, вот через спорт очень хорошо люди с травмой позвоночника проходят реабилитацию, то есть восстановление. Поэтому это, я бы даже сказала, колоссальные вложения физические, эмоциональные, которые может в этом виде спорта может человек себя проявить. Поэтому вот люди, которые хотят, могли бы заниматься этим видом спорта, призываю себя в этом виде спорта проявить и обращаться к нам в организацию. Спасибо огромное, Светлана. Очень приятно вас слушать. У вас очень красивый голос, очень хорошо говорите. Спасибо. Успехов вам в реализации ваших планов. Очень, конечно, да, хотелось бы, чтобы все больше и больше людей присоединялись. Я хотел бы добавить тогда, что я давно знаю Светлану. Она очень активный член нашей организации. Культивируя этот вид спорта, лично она достигла высоких результатов. Она в этом году стала мастером спорта по паралимпийскому этому виду спорта. И еще 4 человека стали кандидатами в мастера спорта. Это все люди с первой группой инвалидности. Я поздравляю настоящих героев, настоящих победителей. Тем более стыдно нам пропускать свои спортивные тренировки, ссылаясь на какое-то плохое самочувствие или лень и просто нежелание. Дальше давайте посмотрим сюжет, а после продолжим беседу в нашей студии. Присоединяйтесь к нам. По большому счету, проблемы у инвалидов-колясочников могут начинаться еще до выхода из дома. Особенно, если квартира расположена не на первом этаже, а лифта нет. Да и преодолеть несколько ступенек с первого на нулевой этаж возможность есть не всегда. Не приспособлены для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями и дворовые территории. Сегодня у каждого колясочника разработан собственный маршрут, по которому он может попасть в те же банк или магазин. Я должен знать, а пройду ли я там? Или не пройду я там. Вот такая проблема стоит у колясочников. Колясочник всегда должен знать, где в какую парикмахерскую ему надо зайти, где в какой магазин он может попасть, где в какой банк он может попасть, на какую почту он может зайти, где каким банкоматом воспользоваться. Даже та же парковка автомобиля. Колясочник должен знать, как поставить машину, чтобы его не закрыли. Это все он должен знать. Здоровый человек об этом даже не думает. Еще одна проблема колясочников – общественный транспорт. Правда, за последние 2 десятилетия ситуация здесь изменилась в лучшую сторону. Городской транспорт. Если в 2000 году практически, ну, 100%, не было низкопольных транспорта. Абсолютно не было. И я вспоминаю себя, как мы на эти ступеньки нас поднимали и спускали. На остановках, конечно, жутко картина была. Сейчас троллейбусный парк обновился, ну, практически, скажем, на 90%, если не больше. Низкопольный транспорт. Автобусный немножко отстает, конечно. Конечно, отстает не так много, но все же я уже за половину, 60%, наверное, если не все 70, низкопольный транспорт появляется. То есть уже мне не надо преодолевать эти 3 ступеньки. Всего лишь один подъем.
Пожалуй, наиболее значительная проблема, связанная с поездками колясочников в общественном транспорте, сегодня связана с очень низким уровнем тротуаров на многих остановках. Самостоятельно попасть в тот же автобус шансов у инвалида практически нет. Хорошо, если рядом окажется небезразличный пассажир или ответственный водитель. В принципе, там в одной двери есть пандус. Когда подъезжаю, допустим, к бордюру, я выхожу, его поднимаю, опускаю. Ну, помогаю, допустим, этому пассажиру проблемному заехать. Поднимаю пандус, слаживаю, ну и поехал. Ну и предварительно, как говорится, у него же спрашиваем, докуда, до какой остановки он едет, где будет выходить. Естественно, тогда на той остановке я опять выхожу, открываю этот пандус, опускаю. Пассажир выезжает, опять слаживаю, поехал дальше. И в продолжение темы. Некоторые остановочные карманы настолько короткие, что длинному автобусу остановиться в нем практически невозможно. Об удобствах для посадки колясочника в таком случае говорить уже не приходится. Немало проблем создают и личные автомобили. Многие водители считают, что могут встать на остановке общественного транспорта и заглянуть в ближайший магазин или киоск. Если здоровый пассажир с неудобствами, но в автобус попадет, то у человека с ограниченными физическими возможностями шанса в этом случае практически нет. Легковые останавливаются и в начале остановки, и в середине станет. Подходишь к нему, так и так делал замечание, у них ответ один. Я вот включил аварийку, значит, на аварийке я могу стоять. Ну, и я что обычно в таком случае говорю? Вы, прежде чем включить аварийку, возьмите книжку по правилам дорожного движения, почитайте, можно ли на остановке автобусной останавливаться или нет. Ну, а я как-то один раз тоже так взял, да, возьми, говорю так. Говорю, ну, хорошо, сейчас узнаем, обломался или не обломался. Я просто набираю телефон, алло, автоинспекция. Он сразу как ломанулся с остановки, был такой и нет. Вы смотрите «Диалог», председатель областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев. Сегодня у нас в гостях. Геннадий Григорьевич, Беларусь к Конвенции о правах инвалидов присоединилась еще в 2015 году, а в 2016 ратифицировала документ. Как вы думаете, за эти годы насколько наша страна приблизилась к тому, чтобы у ее граждан были возможности для реализации своих прав? Да, действительно, президент в 2015 году в ООН подписал конвенцию о правах инвалидов. И в 2016 году эта конвенция была ратифицирована нашим парламентом. Нельзя сказать, что мы начали эту работу, совместную работу со всеми заинтересованными структурами и органами власти именно с этого периода. Большая работа была проведена и до того. Допустим, многие элементы, которые отражены в конвенции, допустим, прописаны в уставе нашей организации или в уставах других общественных объединений инвалидов или не только общественных организаций социальной направленности. То есть работа определенно велась и имелся уже достаточный опыт реализации проблем такой категории наших граждан. Сейчас, конечно, с принятием конвенции очень важно, чтобы привести наше законодательство Республики Беларусь в соответствии с требованиями конвенции. Вот в этом плане постановлением Совета министров от 13 июня 2017 года номер 451 был утвержден план, национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. То есть вот этот промежуток времени, такая работа должна быть проведена всеми структурами, всеми министерствами, всеми ведомствами Республики Беларусь, и чтобы можно было идти дальше. Процесс формирования в обществе инклюзивных отношений – это очень длительный такой процесс и плодотворный процесс по исключению любой дискриминации по признаку инвалидности. Эта работа ведется. Я считаю, что она на сегодняшний день достаточно много уже сделана в этом направлении.
Но еще нам в этом работать и работать, конечно. Да, нужно. Тут многое и от зрелости общества, и от уровня культуры каждого ее гражданина зависит. Ну, мы наконец-то уже пришли к тому, что город должен быть безопасным, удобным, инклюзивным, должен быть безбарьерным для всех его жителей, и для мамочек с колясками, и для инвалидов-колясочников, для всех физически ослабленных людей, людей с дополнительными потребностями. За последние годы сделано очень многое, как мне кажется, для обустройства безбарьерной среды. Как вы оцениваете? У нас в Республике Беларусь на сегодняшний день работает закон о социальной защите инвалидов в Республике Беларусь. И в нем говорится, что все объекты, которые проходят реконструкцию, капитальный ремонт или новое строительство, не должны приниматься в эксплуатации без создания условий безбарьерной среды. Качество работы в этом направлении, конечно, еще не идеальное, надо сказать, но многое уже и делается. И очень важно, что в этом процессе последние, может быть, 10 лет уже активно участвуют и общественные объединения инвалидов, в том числе и наша организация. То есть раньше то, что делали для инвалидов, делали без инвалидов, да? Да. По сути, вот, вот так, как сами себе представляем. Так, возвращаясь к конвенции, слоганом которой является не слово, а нас без нас. Это говорит о том, что если что-то делается для какой-то категории людей, то надо учитывать действительно их потребности и их пожелания. Это будет наиболее качественный результат тогда. Поэтому вот здесь и хотелось бы сказать, что на сегодняшний день достаточно профессиональный подход уже и у общественных организаций к решению этих проблем. И нас уже привлекают и на этапе разработки технического задания, на этапе согласования проектно-сметной документации и при строительстве, ведении строительных работ и при приемке в эксплуатацию. И тогда объекты получаются наиболее качественными, ну, в рамках создания условий безбарьерной среды. Это примеров достаточно много можно привести, в том числе, допустим, наверное, вот последний значимый социальный объект в городе Гомель – это поликлиника. И мы туда, и наши представители нашей организации, представительство общества инвалидов по зрению ездили. И вместе с проектировщиками, строителями, вот те шероховатости, которые еще возникали в этом вопросе, удалось... Сразу могли, да, ликвидировать. Да, вовремя устранить, и все-таки объект получился, ну, скажем, достаточно идеальным в состоянии для безбарьерной среды. Ну, уж точно, уж, конечно, поликлиники, больницы должны быть действительно идеально в этом плане оборудованы. Геннадий Григорьевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне такой вопрос. У меня вот решается такой вопрос о профосмотре. Пошел я проходить медкомиссию в 7-й поликлинике. Я инвалид 3-й группы. Мне надо... профвыписка о профосмотре. Ну, то есть, какими специальностями я могу владеть. То есть, я проработал 20 лет электромехаником. Сейчас я не знаю, что мне делать. Замкнутый круг получается. А у вас группа инвалидности в связи с чем? С травмой? Да, с травмой. У меня ампутация правой ноги, верхняя треть. Ну, обычно... Сочувствуем вам. Обычно из практики... Человек должен сначала в поликлинике по месту жительства пройти медицинское обследование, и заключение поликлиника дает в МРЭК по диагнозу заболевания, какое он, в данном случае, наверное, травматологическое МРЭК. И МРЭК тогда должно для каждого инвалида выписывать индивидуальную программу реабилитации. И там есть раздел. Уже была реабилитация? Уже было. У меня есть удостоверение инвалида 3-й группы на руках.
А выписки о профпригодности у меня нету. То есть какой профессиональной деятельности, да, вы по состоянию здоровья... Я не могу найти концов. Я пришел в поликлинику, поликлиники не принимают, потому что у них там кто-то болеет, кто-то не болеет. А мне надо заканчивать пропосмотр до 4 числа. Спасибо большое. Давайте так поступим. Оставьте, пожалуйста, номер телефона нашему редактору. Геннадию Григорьевичу мы передадим. Помогите, пожалуйста, хорошо, человеку. Потому что действительно сейчас и в поликлиниках тяжело, и здоровому человеку трудно разобраться иногда, да, вот с этими со всеми нюансами и проблемами. Хорошо. Поможете. Я знаю, что вы в беде никого не бросите и не оставите. Геннадий Григорьевич, у нас накопилось несколько вопросов на нашем портале Viber. Можно коротенько здесь, потому что они такого требуют короткого ответа. А где и в какой больнице госпитализируют инвалидов-колясочников с COVID? Спрашивает жительница Речицы. На сегодняшний день наиболее приспособлена и медицинский стационар, который работает именно с таким заболеванием, это является госпиталь. И там отделение медицинской реабилитации травматологических больных, оно сейчас тоже переоборудовано под лечение заболевания COVID. Поэтому лучше всего, наверное, обращаться туда. Там наиболее бытовые условия созданы для такой категории людей. Это облегчит нахождение там таких людей. Слышала, что сейчас Красный Крест помогает инвалидам с колясками. Что это за помощь и как ее получить? Но там есть нюанс у этого проекта Красного Креста. Да? То есть люди, которые... Недавно еще у них не установлена группа, да, и, соответственно, они не могут воспользоваться помощью социальных служб и бесплатным своим правом на средства реабилитации. То есть если коляска нужна срочно и сейчас, да? Да, это обычно, когда человек получил какую-то травму, но еще не оформил группу инвалидности, и тогда нет возможности бесплатно получить какое-то техническое средство социальной реабилитации. Красный Крест вот такую проблему пытается решить. Их такой участок находится в их отделении железнодорожного района. Я думаю, туда обратиться, и они предоставят, наверное, вам такую возможность. Да, это в Гомеле, в районе Волотова расположен этот пункт. Спрашивают, где в Жлобине можно получить инвалидную коляску на прокат? Ну, наверное, тут... Не на прокат, да? Или возможно, аренда тоже? Ну, других таких возможностей... Такую возможность, в принципе, могут предоставить территориальные центры социального обслуживания на данной территории. Надо обратиться к ним. Других служб, которые имеют такой возможности, практически нет. Спасибо, Геннадий Григорьевич. К нам присоединяется очередной наш телезритель, который нам позвонил. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Лена. Я была членом организации «Инвалиды спинальники». Хочу поблагодарить организацию Геннадия Григорьевича в тем, что в свое время не дали мне упасть духом, нашли и установили подъемник, нашли спонсоров, установили подъемник. Теперь я могу без проблем уже выходить из дома. Я закончила университет на инвалидной коляске, родила и воспитываю ребенка. Ну и веду активный образ жизни. Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Какая вы умница. Я искренне вами восхищаюсь. Спасибо вам за ваш пример стойкости перед жизненными обстоятельствами. Да, Леночка, я рад слышать вас. Это действительно молодая женщина, на которой создала себя как личность. И на сегодняшний день... Я думаю, проблем у нее в жизни быть не должно. Проблемы будут, но вот такой человек совсем справится, умница большая. Хотелось бы отметить, что в Гомеле много сделано для удобства инвалидов-колясочников, но не везде это делается правильно. Например, в Беларусьбанке на проспекте Реческий очень неудобный пандус, очень крутой, подняться по нему сложно. Я думаю, что часто вы слышите да, такое, что вроде бы сделано, но иногда только выглядит успешно сделанным, а подняться по нему сложно или даже опасно. Это вот то, о чем вы говорили, да, что когда без участия самих же инвалидов устанавливают что-то,
Конечно, это не совсем функции общественных организаций заниматься вот контролирующими какими-то свойствами или функциями. Но я думаю, что мы должны пройти этот переходной период какой-то определенный, когда те структуры, которые должны этим заниматься, это и проектировщики в первую очередь, и контролирующие наши органы, это экспертиза, технический надзор за этим, будут отслеживать эти вот нюансы, моменты. Но для этого надо определенный опыт, пройти какие-то годы, чтобы эта система наладилась. Поэтому мы предлагаем свои ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы наших людей, которые уже имеют свой жизненный опыт в этом направлении, в том числе и технический определенный опыт, и могут помочь избежать вот этих всех нарушений или даже не злоупотреблений, а просто где-то нехватка каких-то знаний определенных. И вот это партнерство в таком направлении, я думаю, может дать большой эффект в будущем. Да, он такой, наверное, несколько отсроченный во времени, но он обязательно будет. Геннадий Григорьевич, 5 минут у нас до окончания программы. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, коротко. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я инвалид 2-й группы. Ехать в поликлинику в 10-ю, я живу по улице Гагарина. Ехать в поликлинику в 10-ю мне. Я иду до ЗИПов, потому что на Гагарина остановку убрали. Это разве лучше сделали людям, что надо идти до ЗИПа, а потом мне переходить туда вниз, а я не могу ходить. Потом еду до цирка, в цирке схожу, советскую дорогу надо пройти к Санкт-Петербургу. Скажите, пожалуйста, а вы социальным такси никогда не пользовались? Я думаю, что если у вас есть инвалидность, то, наверное, у вас есть право, я да? Я никогда никаким такси не пользуюсь, я стараюсь. Ставьте, сам. Скажите, пожалуйста, номер телефона. А советская, слушайте, советская. Я понимаю вас. Извините, пожалуйста, у нас уже очень мало времени до окончания программы. Сейчас еще я вам скажу, советская улица очень широкая, я перейти улицу не могу. Перехожу, уже красный свет, а они на меня я матом. Я думаю, что стоит, да, узнать, есть ли право человека на социальное такси. И помогут вам в объединении. По крайней мере, я думаю, что вопрос посещения вот, больницы, поликлиники можно каким-то образом урегулировать. Спасибо большое за звонок, здоровья вам большого. Есть еще одно сообщение, которое я хотела бы зачитать. С благодарностью. Меня зовут Ирина. Хочу поблагодарить Геннадия Григорьевича за помощь в установке подъемника. 18 лет я не могла самостоятельно выходить из дома. Инвалиды-спинальники во главе с Геннадием Григорьевичем нашли спонсоров. Мне в подъезде установили подъемную платформу, за что им большое спасибо. 18 лет. Человек был, по сути, в заточении, да, в собственной квартире. И решился теперь выйти. Большое дело на самом деле. Геннадий Григорьевич, ну, все идеи останутся только идеями, да, и инициативами без поддержки, потому что решение вопросов безбарьерной среды – это дело дорогостоящее. Здесь нужно действительно содействие властей на всех уровнях. Как вы считаете, есть ли у вас такая поддержка в нашем регионе? Я считаю, что да, за 23 с лишним года совместной работы у нас сложились очень серьезные партнерские отношения с различными структурами облсполкома, горисполкома в районах. Во-первых, то, что создан областной межведомственный совет по проблемам инвалидов, это очень хорошее юридическое поле для общения и для принятия совместных решений. Это раз. Большое развитие у нас получил спорт среди людей с инвалидностью, в том числе и спортсменов-колясочников. Это очень важно на сегодняшний день. Создана медико-социальная реабилитация колясочников на базе областного госпиталя инвалидов войны. Сейчас ведется совместная работа над проектом «Гомельское кольцо», где будут созданы все условия реабилитации, адаптации таких людей в жизнь общества. Вот. Тоже вот первое в области создано было у нас в Гомеле, это социальное такси.
по возможности передвижения людей с инвалидностью в рамках госпрограммы по трудовой адаптации создавались рабочие места для инвалидов-колясочников. Когда это было и где это, чтобы человек в инвалидной коляске мог трудиться. Сейчас такая возможность предоставлена. Мы активно участвуем в реализации государственной программы по реабилитации. Это под программой «Безбарьерная среда» и другие. То есть направлений совместной работы очень много, и надо сказать, что эта работа ведется достаточно плодотворно. Вас слушают? Да. Прислушиваются? Да. Я считаю, что многие вопросы решились и с участием и нашей организации. Геннадий Григорьевич, вы для меня и для очень многих людей пример силы духа, несгибаемой воли. Для меня всегда большая радость и честь с вами работать, с вами беседовать. Спасибо вам за то, что вы делаете. Крепкого вам здоровья. Ну и всем, конечно, вашим замечательным людям, которые спасибо. Рядом с вами. Спасибо вам, Ольга, за то, что пригласили. Председатель Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи. Берегите себя.